Друзья, всех приветствую на своем канале. Рада, что вы заглянули именно ко мне. Меня зовут Ангелина. И сегодняшнее видео будет посвящено покупкам, преимущественно покупкам, которые нужны на курорте, на отдыхе. Это видео будет очень интересным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ваша поддержка мне очень нужна. Всем приятного просмотра. Начну с покупок, которые я сделала в фикс-прайсе. Это две вот такие вот шляпы. Они идут как мужские, но я взяла одну себе. На самом деле, года два назад мы брали эти шляпы по 99 рублей. Сейчас они стоят немного дороже, но на год их хватает спокойно. И то они испортились из-за морской воды. Появились какие-то разводы, а так шляпа не жаркая, отлично все продувает, и я всем рекомендую вот такие вот шляпки к покупке. Они действительно классные, хоть она идет и мужская, но мне кажется, что женщинам она тоже подходит и выглядит довольно-таки стильно и классно. Следующая моя покупка тоже из фикс-прайса. Это вот такой небольшой замок. Мы купили его для того, чтобы скреплять чемодан, когда выходишь из номера. Замок рабочий. Стоит он сущие копейки. И, я думаю, очень удобно. И еще где-нибудь, не только в путешествии, он пригодится. Купили мы его для того, чтобы скреплять чемодан и оставлять в номере, чтобы никто не смог вскрыть чемодан и что-то там полазить и посмотреть. В общем, в этот раз решили поступить таким образом, но просто страна новая, и поэтому лучше перестраховаться, закрыть свои вещи на ключ. На этом покупки из фикс-прайса закончились. Почему-то у нас в Казани ассортимент фикс-прайса стал очень скудным, ничего особо нового и интересного нет, поэтому я уже давно туда не хожу и ничто не снимаю и не покупаю. Так, прихожу от случая к случаю, чтобы купить какие-нибудь тряпочки, салфетки, губки и не более того. Следующая моя покупка с интернет-магазина Wildberries. Маленькая флешка. Пришла она вот в таком боксе, а здесь на оборотной стороне есть QR-код, чтобы загрузить приложение и, соответственно, чтобы флешка синхронизировалась с телефоном. А здесь переходник для iPhone, а с другой стороны USB. Я покупала ее именно для того, чтобы взять с собой в отпуск, чтобы она подключалась именно к айфону. Здесь 64 гигабайта. Я уже проверила, флешка работает, чем я очень довольна, потому что у меня телефон на 64 гигабайта, и порядка 10 видео записываешь, ну и как бы память заканчивается. Поэтому приходится искать какие-то альтернативные варианты. Я всем ее рекомендую к покупке. Отличная, незаменимая вещь. Следующая моя покупка тоже с интернет-магазина Wildberries. Это вот такая пляжная сумка. Довольно-таки большого размера. Сумка выполнена из такого, ну, как похожего на холст материала. И здесь ручки, канаты. И объем, в принципе, большой. Хватит его для того, чтобы положить какие-то пляжные принадлежности в воду, соки, ну, там, пляжные полотенца, шляпу. Сумка мне понравилась. В магазинах такие сумки стоят в районе 700 рублей. Здесь на Wildberries немного дешевле. И надеюсь, что эта сумка прослужит мне долго. Следующая моя покупка тоже с Wildberries. Это вот такие мини-пузыречки. Их было 5 штук. Чуть позже покажу, что стало с последним объемом. Объем у них примерно 80 миллилитров. Были они упакованы в zip-пакет с замочком. Классная вещь. Давно хотела их приобрести, но все никак не могла найти в магазинах. А здесь заказала и не нарадуюсь, не нужно возить какой-то большой объем. Эти пузыречки очень удобно брать с собой куда-то в поездке. Показываю, что стало с пятым
пузырьком. В общем, я залила туда жидкость для снятия лака, и он просто весь деформировался, и жидкость для снятия лака стала вперемешку с пластиком, поэтому какие-то такие активные вещества туда лучше не заливать. Хотя шампунь, гель для душа и мицеллярная вода чувствуют себя прекрасно. Следующая моя покупка также с интернет-магазина Wildberries. Вот такие органайзеры, их здесь 6 штук яркого цвета. Почему-то в этот раз к путешествию я решила подойти очень серьезно, но покупала всяких органайзеров, чтобы организовать место в чемодане, потому что каждый раз, когда мы летим обратно, у нас возникают проблемы. Ничего в чемодан не лезет, не упаковывается, а в эти органайзеры можно компактно сложить вещи, и в чемодане будет полный порядок. И главное, что будет очень просто найти какую-то нужную вещь, если она тебе понадобится. Я считаю, что это очень удобно, и чуть позже на моем канале выйдет видео, где я покажу, как буду собирать свой чемодан. Следующая моя покупка – это туника. Сейчас вы видите ее на другой части экрана. Мне она очень понравилась. На сайте Wildberries написано, что она состоит из 100% хлопка, хотя, по сути, это полиэстер. Но производитель отвечает, что шелк – это и есть полиэстер, но я в тканях не разбираюсь. Но качество очень приятное, я думаю, что в ней можно также плавать, и она будет быстро сохнуть. Я решила взять тунику именно в пол, короткая у меня в принципе есть, хотела что-то необычного, яркого, и чтобы был контраст с природой, и, конечно же, делать красивые фото на память. Еще одна моя покупка, тоже с Wildberries, это, как ни странно, палатин. Он очень легкий, летний. Ткань напоминает немного марлю, но она очень приятная. Заказала я его, потому что он пригодится мне на экскурсию. Ну и вообще летом такой палантин очень удобно использовать, когда на улице жарко, выходишь из машины, у тебя мокрая спина, а особенно мне, человеку, у которого проблемы постоянно с горлом, этот палантин просто незаменимая вещь. Состоит он на 25% из шерсти, 40% льна и 35% вискозы. Ну, как я уже говорила, очень приятный к телу. Такой длинный. И можно по-разному его завязать как-то у себя на голове. На этом мое видео подходит к концу. Ссылки на все товары я оставлю внизу в описании под видео. Можете пройти по ним, почитать отзывы. Надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ваша поддержка мне очень важна. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего настроения и пока-пока!